будет гроза. Ага. А Чермену хоть бы что. И как ему не холодно? Я вот в башлыке, в бурке, и то зябну. Что делать, привык, всегда так ходит. Он ведь у нас незаконнорожденный, Кавдасарт. Держи, не, Чермен. Не надо. Не и надо. Теперь так ночью пригодится. Холодно будет. Бери. Ладно, Бюк. Ты что? За скалой кто-то пробежал. Вон там. Да нет, Чермен, тебе померещилось. Никого там нет. Чермен, смотри, ястреб. Наверное, зайчонка схватил. Ну-ка. Оставлять в живых, князь. И Чермена тоже. Если он доберется до аула, все откроется. Не доберется. Все-таки Касай лучше бы закрыл лицо. Чермен! Возьми. В них можно стрелять. Они же... не люди. Зеус! Сарай, не упусти Чермена! Ружье бегло.
Смотри, он даже не стрелял. Тебе аул доверил скот, чтоб продать его и купить зерно. Будет холодная зима, будет голод. А ты? Ты даже не стрелял? Трус. Уходи из аула. Матери погибших не должны тебя видеть. Изгнать его. Пусть уходит. Изгнать его! Стойте! Изгнать его! Дако, ты же знаешь, что мой сын связан клятвой никогда не поднимать оружие против человека. И все это знают. Так что же вы от него хотите, алдары? Изгнать его! Изгнать его! Изгнать его! Глаз народа – Божий глаз. Тише! Он дышит! Чермен, не уходи! Прости меня! Это горе мое говорило! Горе, а не я! Тихо! Радость горцу! Мой сын Касай прорвал засаду разбойников. Он везет все, что нам нужно на зиму. Чтобы выжили наши старики, чтобы росли наши дети. Какой же это дорогой ходит твой Касай? Дорогой храбрых ходит мой сын. Тако, брат мой, может быть, теперь ты позволишь моему сыну Чермену остаться в ауле? Скажи народу, чтоб его не изгоняли. Нет, он уйдет. Старейшины рода никогда не изменяют своих решений, брат. Правильно, 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 правильно. Чермен, поднимись. Ты звал меня, отец? Дополни рог. Налей себе. Сын мой, я не смог защитить тебя. А ведь ты знаешь, как Дако почитает старые законы наших предков. Я перед ними бессилен. Ах, Дако, Дако. Брат родной называется, одной грудью вскорбленный. Ненавидит он тебя и меня. Не печалься, отец. Я не обижаюсь на тебя. Не обещайся, не обещайся. Знаю я твой характер, Чермен, знаю. Зато ты многого не знаешь. Знаю. Нет, сын мой, не знаешь ты ничего. Дако предупреждает сарая, по какому ущелью бедняки поведут свой скот. Они в сговоре, Дако и царай. Они грабят, продают. Потом награбленное делят между собой. Все они в сговоре, все. Так выходит, это был действительно Касай, я не ошибся. Что ты говоришь? Ты видел его в ущелье? Да, среди разбойников. А Дзиу? Тоже видел Касая? Да нет. Он был ранен. Они ведь тебе не поверят, а то я бы доказал людям, что Дако вор и разбойник. Боже, за что ты меня так наказал? А ты не знаешь.
Побойся Бога. Бог и так наказал меня такой женой. Без сына оставил. Какую лань поймал Бестол? Несчастная. Будет его наложницей. Незаконной женой. Алдару все дозволено. Бестол! Пусти, говорю! Сына, дай мне сына. Отпусти меня. Сына. Умоляю тебя, не губи, отпусти сына. Меня. Роди мне сына, мне нужен сын. Незаконный сын, холопка в досад. Зачем он сына. Тебе, ты погубишь его? Сына. Отпусти сына, меня, не позорь. Тебя. Умоляю сына. Тебя, Бога тебя. Я сделал его больным горцем. Сына. Отпусти сына. Меня. Чермен, подойди ко мне. Ближе. Здесь всюду зло. Зло и насилие, мой мальчик. Зло рождает зло. Не бросай камень в горах, он родит обвал. Пусть будут твоим оружием доброта и любовь. Да, мать, да. И когда Сарт может быть чище и выше самых знатных людей, ты никогда не убьешь человека, да, сынок? Да. Поклянись. Клянусь. Но куда же ты сейчас пойдешь? За перевалом у меня есть побратим Дардо, грузин он. А может, поберусь кинала в кабарду. Прости мне, сын, что не смог защитить тебя. Я буду ждать тебя.
Что за побоище? Чермен? Может быть, лучше добить нет. его? Нет, Касай. Он спас мне жизнь. А все равно умрет. Положите его на арбу. Свирепого барса, сын мой. Нет, отец. Это Чермен спас Дзандар от гибели. А? Вот тебе и трус. Сын мой. Чермен! Надо вернуть Чермена! Чермен, сын мой, Чермен! Сын мой! Благодари Бога, брат мой! Горцы не прощают трусости, но они ценят храбрость. Люди добрые, мы должны вознести Богу молитву, принести ему жертву за то, что Касай спас нас от голода. Амен. Несите его домой. Дако за этот хлеб 7 шкур сдерет. Правильно, еще 8 в придачу. Осторожно. Царай прислал золото, твою долю, отец. Все у нас есть. Все. Но я не хочу умирать, не увидав твоего сына. Мне нужен внук. Я должен знать на 100 лет вперед, кто будет хозяином в Кобанском ущелье. Я уже подобрал тебе невесту. Кто она? Дочь Хаджи. Азау? С ее отцом я уже договорился. Спасибо тебе, отец. А как же Чермен? Похоже, он умрет. Ну, а если не умрет, смерти можно помочь.
Налей гостю, сестра. Иди. И все-таки твоя дочь не первая красавица в ауле. Может быть, я уже не лучший охотник во всем Кубани. Да я бью птицу на лету. Мой клинок попадает в цель за 100 шагов. За 200. Так это раньше так было, в молодости. А теперь у тебя руки дрожат. У меня? Смотри. Видишь, муха? Да. Улетела, а то бы в голову попал. Начинаю, то видишь, опьянел совсем. Добрый хаджи, долго мы сидели, много тостов произносили. Не было лишь одного. За молодых. Выпьем. Любой горец счел бы за честь иметь такого зятя, как Чермен. Честный, смелый. Ты отказал половине аула, но перед Черменом должно дрогнуть твое сердце. Знаю я вас. Вам земля нужна для вашего голодранца, а не азаул. Да, будешь сыт с твоего клочка земли. А у вас этого нет. И не будет. Будет. Будет? Откуда? Что, Дакова вам даст землю? Вот он вам ее даст. Не даст, силой возьмем. Что? Возьмешь силой? Зю. Землю. Мы человека не богатством мерим, как ты. Что? Знаю. Не зять тебе нужен, а богатый Колым. Думаешь, никто не видит, что ты ее давно собираешься продать Касаю? Недаром Дако тебе дает и хлеб, и араку, и овец. Ну, щенок! Вон отсюда! И чтоб духу вашего здесь не было! Чтоб больше я слова об этом не слышал! Убирайтесь отсюда! А в муку ты все-таки не попал! И твоя Азау все равно не пойдет за Касая! Она любит Чермена! Прикуси язык! Азау! Азау! Как здоровье Чермена? Я Чермен! Нет, я Чермен! Я Чермен! Беспокоишься об ауле? А где благодарность? Пусть забавляются. Дети. Замолчи. Он сел нам на голову. Ни бога, ни адата.
Хвала и слава Всевышнему! Он дарует нам хлеб и долголетие. Это он помог Касаю спасти наш аул от голода. Сегодня мы приносим жертву Всевышнему, нашему Спасителю, всемогущему Богу. Хвала ему! Омен! Омен! От паука паучонок рождается. Дако сосет нашу кровь лет 40. Скоро наступит черед Касая. За каждым куском придется идти к Дако на поклон. Может быть, на том конце араки не хватает? Или баран оказался худым? И араки здесь достаточно, и барашек сочный, а все-таки чего-то не хватает. Чего же? Счастье. А что такое счастье, сын мой? Кто знает? Горцы. Пусть каждый скажет, что такое счастье. И мы с вами выберем то, что больше подходит для нашего аула. Тот, кто одержит победу, получит рог. Саду, начинай первым. Скажи, что такое быть счастливым? Любить и быть любимым. А что же тогда делать нам, старикам? Нет, это счастье только для молодых. Иметь кусок хлеба сегодня, завтра и всегда. Быть счастливым – это иметь свой клочок земли и скот. Быть вольным, равным. Снимать богатый урожай. Быть в мире со своими соседями. Нет, чтобы рака лилась рекой. Я пропустил такой рог араки, да ни за что. Быть счастливым, Дако, это прожить свою жизнь честно, с открытой душой. Разве ты не согласен с Хаджи? Рог по праву принадлежит тебе. А теперь, Хаджи, пусть весь аул знает, что мы с тобой хотим счастья нашим детям, красавице Азау и моему Касаю. Кубанцы, пусть выходит тот, кто смел и ловок, и самый меткий из вас может прислать ко мне сватов. Ну, Касай, выходи. Посмотрим, достоин ли ты моей дочери.
Ну, кто еще? Ты что, хочешь, чтобы твою дочь разыграли, как коня, самые меткие юноши нашего аула? Женщина в каком-то смысле конь для джигита. И от этого никуда не уйдешь. Так сделал сам Бог. Чермен! Чермен! Никто им теперь не помешает быть вместе. Нет, Саду. Хаджи сказал, что Азау получит самый меткий горец нашего аула. Но вольный горец. А Чермен — Кавдасар. Алло! Я сделаю своего сына вольным горцем, свободным. Ты не имеешь на это права, без согласия старейшины рода. Без моего согласия. Тебя накажет закон твоих предков. Хаджи, надеюсь, ты сдержишь свое слово. Отдашь Азау за Чермена? Горец не может изменить своему слову. Что еще случилось? Беда! Табун лошадей угнали! В погоню! Скачите, я вас догоню. Скачи к цараю. Обещай 10 золотых за голову Чермена. Касай! Вернешься, сыграем свадьбу. Я решил отдать тебе сестру, Зарету. Сарай! Погоня! Саду, бери человек 5 и скачите в обход. Перекройте дорогу. Зиу, Камбулат, останьтесь со мной. Thank you.
Давай в засаду! Бердо! Чермен! Бердо! Где наш скот? Что? До вас добрался? Чермен, ты мне побратим? Дороже родного брата. Ты же знаешь, Бердо. Уступи мне этого негодяя. Бери. А ну, иди. Иди сюда. Молись, говорю. Ну, я открою вам всю правду. Видит Бог, я не хотел. Этот Дако и другие алдары грабят вас. Они даже хотели, чтоб я тебя убил за 10 золотых. И ты сможешь повторить это перед народом? Говори. Смогу. Сарая веду! Сарая! Ну, скажи народу всю правду. Ты же молчишь. Да ты не бойся. Говори. Скажу. Чего скажу? Сарай! 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 Зачем ты его убил? Так будет со всяким, кто посягнет народ Владова. Ты боялся его? Я никого не боюсь. Кого мне бояться? Тебя, что ли? Нет, не меня, Касай. Ты боялся правды. Сарай нам рассказал все. Вор и убийца — это ты! Кто тебя научил оскорблять и позорить нас? Он думает, что я слепой, что я ничего не вижу. Мои глаза все видят. Они слишком много видят. Я прикажу их выколоть. А ты попробуй.
паршивый пес! Как ты посмел? Я их выколю! Сам выколю! Останови их! Благодари судьбу, ты нарушил Адат, но Адат и спас тебя. Адат, я тоже почитаю, если он справедлив. А если он разрешает грабить, ему я не подчинюсь. И как бы вы нас теперь не пугали, ту землю, что вы отобрали у таких вот бедняков, как они, мы все равно перебашим. Стой, Чермен! Опомнись! А если кто захочет помешать, пусть приходит на поле. Там поговорим. Чермен! А ведь, похоже, перепашут наши земли. Пусть только попробуют. Боже, рушатся вековые адаты. О! Чермен! Голый вышел работать. Такого небывалого сети. Да еще алдарскую землю паш. Ты что, рехнулся? Ты думаешь, народ будет терпеть? С голоду погибать? У нас отобрали всю землю. И клочка беднякам не оставили. Где же справедливость? Нет, мы возьмем свое. Все равно перепашем. Что это? Они и мою землю пашут. Чермен!
Салам, кубанцы! Салам, салам, князь Мулдар. Салам. Ты звал меня, Тако? Да-да, Мулдар. Беда у нас. Большая беда. Я уже принял меры. Мои всадники здесь. Чего ты ждешь от нас? Зайди в дом. Пусть здравствует наш гость. Мы многим обязаны князю Мулдару за его здоровье. За здравие князя. Спасибо, друзья. Дочка, никого не впускай. Убить его открыто перед всеми, и тогда мы устрашим холопов. Ты прав. Это опасно. Не так ли, князь? Да. Это вызовет ярость, а не страх. В Осетии убивать его нельзя. Конечно, нельзя. Пусть Бестол отправит сына с поручением. Там я с ним сам справлюсь. Возьми. Что скажешь, брат? Все ждут тебя. Он тебя позорит. Обдумай все как следует. Что для тебя лучше? Отступить от адатов или потерять незаконного сына? Решай, иначе нельзя, Бестол. Решай. Молчит. Ну что ж, значит, согласен. Как он посмел? Чармен, приехал князь Мулдар. Мулдар? Зачем бы это? Неспроста явился сюда этот вор. Они что-то замышляют не иначе. Он один приехал сюда? Один. Я с ним больше не видел никого. Решил предупредить нас. А с чего это ты вдруг? Я же обязан тебе жизнью. Чармен! Чармен! Хаджи? Заходите. Пусть святой Георгий дарует счастье этому дому. Держи. Вот тебе свадебные подарки от аула. Надевай. О, вот хороший подарок. Бери. Это еще не все. Свадьбу тебе тоже аул справит. А разве он не заслужил? Заслужил, но... Да, Чермен? Что посеешь, то и пожнешь. Диву принеси. Сейчас. А ну-ка, постой. Потом принесешь. А сейчас нам поговорить надо. Наливай. Помнишь, ты нас выгнал? Ну что ж, верно, было такое дело. Выгнал я твоих сватов. Ты уж не сердись на меня. Хаджи на Колым, Чермену мы соберем. Я не собираюсь брать с него никакого Колыма. Святой Георгий, храни этот дом. Спасибо. Колым не нужен. Только в ауле об этом ни слова. Хаджи, ты настоящий горец. А ладно.
Они забыли, что и у нас есть друзья. Ну что ж, Диу, седлай коня, скачи к Бердо, скажи, что я его жду. И я поеду с Диу. Он справится сам. Одному опасно. Езжай. Диу не упускай из виду. Ага. Лошади вспотели. Пусть остынут. И мы с тобой поедим. Отдохнем. Ладно. Куда ты? Хочу стреножить коней, чтоб не убежали. Не стоит. Нам скоро ехать. Чего стоишь? Садись. Садники удары? Куда ты? Стой! Невеста. Счастья тебе желаю и долгой жизни. Спасибо. Будьте счастливы, дети мои. Три десятка моих всадников ждут сигнала. Их клинки могут прекратить любое веселье. Будем ждать без стола, князь. Радость и счастье этому дому. Пусть жизнь твоя в этом доме будет долгой и счастливой.
и пусть горе никогда ее не омрачит. Да будет ваша семья крепка и неразрывна, как эта цепь. Амен! Да будете вы связаны навеки, как кольца этой цепи. Амен! И да покарает огонь того, кто нарушит ваше счастье. Амен! А, давай. Вот сладость, которую ты принесла в этот дом. Раздели на всех. Возьми ложку. Сперва старший. Да будет ваша жизнь сладка, как мед. Амен! Всем должно достаться. А то скажет невеста, не годится. А теперь мы угостим подружек. Пускай в этот дом Бог пошлет 7 парней и 1 синий охоту. Амен! Дай Бог тебе собственного. Иди ко мне, смотри. Отпусти меня. Сын. Умоляю тебя, не губи, отпусти сын. Меня. Роди мне сына, мне нужен сын. Законный сын, холопка вдоса. Зачем сын. Тебе ты подумаешь? Нашел Бестола? Нигде его нет. Придется позвать в аул твоих джигитов. Касай, пошли Чермену пару овец на свадьбу. Боже милостивый, отпусти мне этот грех. Со мной! Налей ему. На доброе здоровье. Спасибо. Здоровье. А вот тебе угощение со свадебного была. Стола. Спасибо, спасибо. Ну-ка. Ага. Берите. Все в порядке, не волнуйся. Скоро ты увидишь свое Азау. Видишь? О чем задумался? Ни Цио, ни Бердо не видно.
Господи, помоги им. Чермен, здесь? Здесь. Что случилось? Ты ранен? Кровь. Сынок. Чермен. Что с тобой, Дим? Там гибнут Бердо с друзьями. Мулдар напал, надо спасать. Прости, мать. Никому ни слова. Пусть свадьба продолжается. Ружье мне. Коня садул. Теперь прошу всех на свадьбу! Thank you.
Спасибо тебе, друг. Сегодня ты стал мужчиной. Запомни это утро, Дзиву. Чермен, Чермен. Азау.